Друзья, всем привет! Подсыпал им немножечко дробленки с молочком. И этим тоже. Этот, конечно, вообще толстопуст такой. Кормит она его. Я говорил, что не видел. Катя мне говорит, иди смотри. Он еще, она не всегда, но дает ему покушать. Сегодня, друзья, был я на рынке. Вот, голова лежит. Взял толстолоба. Последнего достался мне последний. Я приехал. Увидел, что продают толстолоба. Мы вчера с Катей смотрели вечером. Как сказать? Ну, обычно нам пишут в нашей местной группе. Что там, допустим, утром в основном пишут. А я сегодня узнал. Думаю, из-за чего пишут утром. Говорю, мы вечером вчера смотрели, не было объявления. Он говорит, а я не могу вечером написать, потому что я не знаю, поймаю я рыбу или нет. Оказывается, даже в своем ставке, ну, человек занимается, как вот мы свиньями, он разводит рыбу. Говорит, зависит от погоды. Короче, много факторов. Вот, хотят кормиться. Я им только что молочка давал. Сюда насыпал. Все равно. Она уже их не хочет кормить. Видите, она уже от них текает. Сейчас будем их переселять, друзья. Они уже кушают все хорошо. Ну, буквально еще там часик. И я их буду переселять. И того тоже кабана. Видите, она от них убегает. Все, они пристали, она от них убегает. Ну и, короче, этот. За рыбу я узнал. И, ну, это уже после. А когда приехал, машину там поставил возле зерна. А рыба, ну, в другой стороне рынка. Я думаю, да пойду пешком. Думаю, пол восьмого, думаю, рыбы полно. Он с прицепом приезжает, полный прицеп рыбы. Прихожу, очередь большая. Я занял очередь. И последняя женщина, там три рыбы оставалось. Говорит, ну раз ты последний, за мной никто не занял. Представляете, вот это я последний занял очередь, после меня никто не занимал. Она говорит, ну ладно, я тебе одного оставлю, раз ты простоял, ну 20 простоял. И так вот мне досталась одна рыба. Но сказал, если наловит, в четверг будет. И сегодня закоптим. Я заехал, взял напитков нам с Катей. И сегодня вечером будет рыбка. Сейчас я им сделаю, друзья, кормушку. И уже вместе с вами будем их переселять. So I'll be there. Never leaving you in the darkness.
Сейчас она не подойдут. Уронили телефон. О, пятак бегает, мечется. Мечется. Вон, сейчас придут, все будут кушать. Вон, видите? Корыто. Все, полезли. Этот толстяк не хочет пока. Видите, все пошли. Они все, друзья, кушают. Будем их кормить по чуть-чуть, 3-4 раза в день. Ну, утром, там, ближе к обеду, часа 3-4 и уже часиков 8. Уже больше будем насыпать. Гляньте, гляньте. Сейчас я им еще поилку сделаю. Пятак мечется. Гляньте, гляньте. Ой, этот лезет, толстяк. Ну, он больше, друзья. Понятно, что он больше. Но эти тоже, я думаю, подымутся у нас. БМВД натуральная. Вот у нас два производителя БМВД. Катька такой, как заходит загул. И Жасминка тоже. Я переживаю, хоть бы она, может, ее... Ну, пока не буду говорить. Посмотрим, друзья. Все, им тут лампу поставил. О, все. Я думаю, им места достаточно или нет. Мало, наверное. Их 11 штук получается вроде. Да, 11. А этот метровый. Гляньте. Все едят. Все им кашки. Вареную кашку мы им даем. Мы и свиноматкам давали. Последнее время мы именно свиноматкам. Ну и поросята же, естественно, кушали. Оп-оп-оп. Пятак, пятак. Я думаю, они туда лазить не будут, раз он их там, этот. О, видите, этот толстяк пошел, он не голодный. Ну, я думаю, подымутся, все будет нормально, друзья. С ними. Они, правда, боятся, но я думаю, привыкнут ко мне. Они-то там не переживают, а вот здесь, конечно, вот они. Все, молока больше им не будет. Ну, я же говорю, вы видели, она от них и текала. Гляньте, как вылизывает. Вылизывает в корыте. Я его обдал кипятком. Ну так, пополивал кипятком прилично. Я имею в виду минуты 3 с бойлера. Там он сейчас я добавил. И градусов 70. Я думаю, даже если какие-то на досках были, хотя навряд ли, ну все равно я так на всякий случай сделал. Там еще переживали, друзья, это не вредно, ну как сказать, вот это вот побелка, это не вредно, все нормально. Там щелку эту забил, ну а здесь они по-любому не выпрыгнут, когда станут вот такие, как этот толстяк. Лампу, наверное, надо немножечко поднять. Понятно, сейчас они... Пятак, что ты там? Понятно, им сейчас стресс у них будет, что жили с мамкой, а теперь ушли. Ну, я посмотрю, может, и там забью. Планочка у меня, в принципе, есть, а планочек полно. Вон, вон, видите, видите? Что он там с ними общается через стенку. Что ты, Пятак? Новые жители тут у тебя появились, да? Ну, а свиньи, я думаю, за них свиноматки забудут сразу. Через пару дней. Так что такие дела. Окна буду сейчас вставлять. Ну, которые эти не вставлены. Чтоб все было нормально. Тот даже толстяк, фионки я уже 3 дня кидаю травы. Он уже даже траву ест. Ну, думаю, эти тоже немножечко, еще пару дней, ну, не пару дней,
недельку, и им тоже буду уже потихонечку кидать. Вон пошел один. Тогда... Ого, какую торпеднулся он. Ну, походу будут туда. Хотя я сейчас вот сюда уберу. Пускай, чтобы они гадили сюда. Постараюсь, пока здесь загончику сухо. Пару дней он тут никого не было, все просохло. Что ты мечешься? Что ты мечешься, Петак? Что ты мечешься, а? Я тебе сейчас покажу. А, у меня руки пахнут. Я же руками мешал вот это. С молочком им. Ну, этот тоже, видите, сено схватил. Жует. Ну, ничего, я думаю, ничего страшного. Все у них будет тут отлично. Так что, будем надеяться, что все будет хорошо. Последим, чтобы никто не поносил, все было нормально. Патики, привет. Привет. Вон, видите, тоже нашел сено от пятака. А, он сюда наплевал, вы видите? Вот это зеленое. Что вы? Что вы, пятаки? Что вы? Ну, видите, как скушали. Она разбухнет и потом воду не будет пропускать. Это поилка. Видите, я немножечко каши вареной им дал, и они с удовольствием покушают. Ну, тот толстяк, конечно. Он хорошо. Вот несколько дней, там дня 3, по-моему, или 4 сам побыл. Прямо на глазах подрос. Опа, опа. Я думаю, они хоть и на него, видите, я думаю, он отпор им даст. Опа, он, видите? Да, он им даст. Да гляньте, какой мелкий, и это мелкий начал его драть, с ним драться. Я думаю, он даст им отпор. Послежу, чтобы сильно не дрались. По-любому стычка будет, ну, я думаю, они разберутся. Клыков у них нету, поэтому сильно переживать. О, видите, они между собой перепутали. Сейчас они запах тут ихний друг об друга перепутается, и все будет нормально. Да, новый загончик пока. Почему мы я специально его первого сюда кинул. Ну, гляньте, какие мелкие, а нападают на него. Ну, в них около 3 килограмм. Вон, залез, катается паровозиком. Гляньте. Все. Залез и катается. А, они же все с колокольчиками. А он без колокольчиков. И здесь одна девка. Серая какая-то. А где же девка, неизвестно. Ну, ничего. Гляньте, катается паровозиком. Ну, разберутся. Тихо. Боятся. Я втащил. Бока белые. А здесь все побелено. Иди. Это я свой. Иди. Вот этот хочет выпрыгнуть. Они слышат муху с Фионой и верещат. Друзья, вот так вот я поставил поилку. Ну, вот тут, видать, резьба сорвалась. Надо будет посмотреть новую гайку. Ну, уже пускай капает. Здесь как раз будет мокро. До вечера оно выбежит. Я немного набрал. И... уже посмотрю, либо поменяю гайку, ну посмотрю, что оно бежит. А так все, вот поилочка сделана, водичка есть, одна, вторая. На, иди, вот смотри, иди бегом. На, иди, вот. Сейчас настроил музыку, колонку включу. Ну так, потихонечку, чтобы, как сказать, чтобы
не сильно громко, и они не слышали друг друга. Слушали, пускай будут слушать музыку. Так. Пойдемте. Так, тут окно я закрыл. Сейчас вырежу сюда стекло и на ночь это закрою. И уже везде все закрыто. Останутся только вот эти вот вентиляции верхние. Ну, пока я их не буду закрывать, а потом уже в дальнейшем закрою. Что такое? Что такое? Переживает, переживает. Здесь тоже ж я поставил. Ну, короче, все уже убрал и здесь поставил. Шлангу убрал, которая на душе шла. Потому что, ну как сказать, уже все, сюда окно поставил. Уже в душе никто купаться не будет. Вот музыка. Сейчас я им включу. Так, и, друзья, пойдемте сейчас процесс весь. Ну как, не весь, конечно, процесс. О, я думаю, что-то зеленое. Это что-то пошло уже в траве в этой. Угу. А лук что-то еще не всходит. Надо его, наверное, накрою клеенкой, чтобы был типа парниковый эффект. Вот, друзья. Сейчас мух нету. Видите? Я ее, вот она где-то часа полтора. Вон, слышите, как кричит? Часа полтора она посолилась. И сейчас, а не, пролетела муха. Надо, значит, сейчас накрыть. Да, сейчас накрою. Вот у меня специальная такая сетка. Я накрываю и сверху сеткой заматываю. И вот таким вот шпингалетиками, которые деньги защелкают. Короче, полтора часа она посолилась. Сейчас часик, может, она, может, полтора, проветрится, просохнет. И все. Опилки я уже зарядил. Вот эти вот ложили. Ну, я вам сегодня полностью я показывал уже. Сейчас посмотрим, что получится, друзья. С этого. Поросят перегнали. Сейчас я музыку включу, я же говорю. И все, на улице. Сегодня так холодно, я смотрел. 17 градусов на градуснике. Думаю, вот это да. Зима уже близко. Так, вот так. И все, так рыбку положу. Но я вам все покажу туда дальше. Потому что сильно большой огонь, убавить температуру немножко. А ну-ка заглянем, что тут. Ой. Да. Быстро сгорело. Опилки, температура большая. Никак я не настроюсь. Этот. Надо меньше намного ложить. Вообще щепоточку. Все, немножечко, конечно, я много, видите, сколько еще дров. Сейчас остужу его и буду уже вытаскивать, потому что такое, как немножко подгорело. Но ничего, мясо внутри там белое, корочка эта, ничего страшного, оно тоже будет очень вкусно. Так что такие вот дела. Все, да, остывает, я и там полил. Утки гуляют. Сейчас уже время начало, наверное, 7-го. Сейчас вытащу, отнесу домой в холодильник. Катя пускай положит. И как раз пока мы туда-сюда, пока покупаемся, часиков 9, покушаем рыбки. Она уже остынет и будет очень вкусно. Все, друзья,
Всем огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайки обязательно, пишите комментарии. Всем пока.